Доброе утро! Мы продолжаем туристический маршрут. Сегодня поговорим об Аллее Славы. И экскурсию для нас проведет Татьяна Павликова, менеджер туристско-информационного центра Республики Мордовия. Доброе утро! Доброе утро! Мемориально-скульптурный комплекс Аллеи Славы был открыт в 1979 году и посвящен 50-летию мордовской автономии. В составе комплекса ряд памятников знаменитым уроженцам Мордовского края. Адмиралу Ушакову, поэту Полежаеву, общественному деятелю, поэту и публицисту Огареву, мордовскому просветителю Евсевьеву, скульптору Эрзи и многим другим деятелям нашей республики. В 2006 году открыта республиканская доска почета, которая является составной частью всего комплекса. На ней размещены фотографии почетных граждан Мордовии, кавалеров Ордена Славы. Также здесь можно увидеть изображения лучших работников различных отраслей. Мы переместились на новое место, и это площадь Дружбы народов. Давайте уже узнаем, чем интересна данная площадь. В честь дружбы мордовского народа с народами СССР в Саранске была открыта площадь Дружбы народов. Здесь располагается земляной холм, на вершине которого можно увидеть монумент «Навеки с Россией». Открытие монумента состоялось 6 ноября 1986 года, но в 2012 году он был реконструирован. Памятник «Навеки с Россией» создан в честь многовековой дружбы мордовского народа с русским и другими народами страны. Скульптурная группа отлита из бронзы на Ленинградском заводе художественного литья. Памятник представляет собой двух женщин в национальных одеждах, которые как бы несут один колос пшеницы, олицетворяющий дары земли.